Привет, друзья! Только что я узнал, почему до сих пор мою территорию на участке СНТ «Энергетик» по городу Казань в авиастроительном районе до сих пор не подключают. Вот, я же вам рассказывал то, что я связался в неравный бой с коррумпированной с нашей организацией, которая организовала незаконные поборы по членским взносам по СНТ. Они незаконные, потому что у нас есть одна управляющая организация в виде РФ, в которой мы платим налоги, все остальное. Другое не может быть. Другая, она появляется, если ты сам согласен. А я в этом случае не был согласен. Договоров у меня никаких не было. И мне, значит, за невыплату членского взноса отрезали свет, воду. Значит, я начал борьбу, обратился в прокуратуру, потому что суды — это все бесполезно, они все на их стороне. Вот, через прокуратуру сейчас пока жду, что-то не очень-то работает, но я же без света, они же меня обесточили, получается, перед зимой, то есть погибла часть поголовья, часть распроданная была там, ну, одна курочка погибла всего. Вот, но я успел распродать, но это все равно, что погибель всего было хозяйства, потому что та цена, по которой все срочно надо было скинуть, это и есть погибель. Вот, ну, мы выживаем, мы живучий народ, мы бьемся, короче, и получается, перед этой осенью нас тоже хотят оставить без света, без воды. Вот, я в центре города живу, без света, без воды. Вот, это не война, это нормальное время наше, сегодняшнее, дата и число. Вот, как-то так, и дед мой воевал, понимаете, а я воюю здесь за свет, за воду, чтобы не платить преступникам. И что получается на сегодняшний день? Я обратился в Татэнерго, говорю, меня надо подключить, потому что председатель же отрезал, а он имеет свою власть какую-то свою, я не знаю, что за власть, я еще не разобрался. Но когда мы их порвем, этих всех ублюдков, а мы их порвем рано или поздно, мы разберемся, откуда шла власть и кто их поддерживал, из какого хрена Татэнерго говорит, у нас нет доступа на данную территорию, чтобы вас подключить, и вы должны на нас подать в суд, потом мы подадим на него в суд, и потом, возможно, мы разберемся. Я понял, меня никогда не подключат. Я попал под мошенничественные действия. Но я не сдамся, я буду бороться, и таких, как я, много, и мы по-любому будем драться до последнего. Аллаху Акбар!